Столица Казахстана претендует на статус мирового центра культуры и искусства. Стремление Астаны занять достойное место в ряду столиц мира поддержано ЮНЕСКО и Международной организацией по развитию тюркской культуры. В 2012 году Тюрксой объявила Астану культурной столицей тюркского мира. Но этому событию предшествовала большая история и кропотливый труд огромного числа одаренных и воодушевленных людей, которые своим талантом создавали и продолжают создавать то, что мы называем культурной составляющей города. Астана привлекает творческих, неравнодушных людей своей молодостью, новациями и устремленностью в будущее. Те, кто создает сегодня историю нашей столицы, наполняют ее жизнь творческими идеями, щедро делятся достижениями и знаниями и реализовывают самые смелые решения в области искусства и культуры. В этом фильме мы расскажем о ключевых событиях и о людях, создающих культурную славу главного города Казахстана. Зимние Олимпийские игры Азии 2011 года позволили Казахстану заявить о себе. Церемония открытия Азиады стала своего рода международной презентацией нашей страны и ее столицы. Трехчасовое фантастическое шоу буквально взорвало интернет-пространство. О нем говорили, писали, его обсуждали. А кто-то впервые узнал о Казахстане и увидел Астану благодаря прямой трансляции в 50 странах мира. Незабываемый дух единения и причастности к мировому событию дали не столько сами соревнования, сколько нашумевшая церемония открытия зимних азиатских игр в Казахстане. Ее культурная философия, глубокий национальный дух, которым проникся и сам автор постановки, известный российский режиссер Алексей Сеченов. Книги, консультанты, археологи, историки. Было все время мало, мне что-то не хватало. Покуда я, как мне показалось, не дошел до истока. Покуда я не почувствовал, я говорю только о своих чувствах, больше ни о чем. Покуда я не почувствовал, как человек вышел посреди степи и увидел, как небо закатывается за степь. Вот во мне родилось вот это ощущение, и после этого история встала на свои места. Легенды, мифы, все заняло свое место. От незапамятных времен до 20-го столетия. И вот тогда во мне все сложилось. Во мне стала складываться история. История этой земли, этого народа. По признанию режиссера, в результате двухлетней работы над церемонией открытия Азиады он сам подвергся глубокой трансформации и навсегда изменился как человек и как творческая личность. Наверное, об этом мог бы сказать и каждый зритель шоу. Находился ли он в 30-тысячном зале прекрасного спортивного сооружения «Астана-Арена» или смотрел его по телеэфиру. Эта постановка навсегда войдет в историю как первый крупнейший международный проект Казахстана. Но также и как удивительный момент, позволивший казахстанцам почувствовать себя наследниками великой культуры кочевников, одной из ведущих мировых цивилизаций в истории человечества. Казахстанцы унаследовали эту культуру от предков и по праву гордятся ею. Культурное наследие – наше национальное достоинство. Ты должен создать то, что не только понравится зрителю, а изменит его. Вот в чем дело. Изменит его. Это важно. Изменит его. Он был одним. Посмотрел, стал другим. Каждый большой город, по моему разумению, опять-таки, имеет свою формулу. Формулу жизни.
Когда человек туда, и эта формула в форму считывается на человеке, который туда приезжает и остается там жить. Вот в чем дело. И вот у Астаны эта формула появляется, потому что туда приезжают люди и начинают жить по этой формуле. А если это так, то она удобна для жизни. Это очень важно. И еще я хочу... Понимаете, о чем я говорю? Да, это очень важна формула, формула жизни. Для человека она должна быть проста. Как и любая столица, Астана становится точкой притяжения людских ресурсов. Но за растущей статистикой миграционных потоков в столицу – судьбы и надежды конкретных людей. Метафора «город мечты» обрела для казахстанцев определенный смысл, и люди приезжают в Астану вслед за своей мечтой, в надежде на лучшее будущее, на достойную жизнь. Какими бы красивыми и удивительными ни были городские пейзажи, жизнью и смыслом наполняют их люди. И, в свою очередь, красивый пейзаж современной архитектурой в окружении цветов и зеленых бульваров рождает стремление мечтать, любить и созидать. Все человеческий фактор. Все человеческий фактор. На самом деле, все-таки все зависит от людей, которые руководят, которые живут в этом городе, которые неравнодушны к своему городу. Он еще до конца не освоен. Вот знаете, когда квартира, в которой какое-то время не живут, или новая квартира, она еще не обжита. Он решается только архитектурно, он решается креативно, он решается культурно, его суть решается вот в эти дни, вот в эти годы. Предназначенность этого города совершенно другая, это столица государства. Поэтому, конечно же, это через какое-то время должно, он обязан превратиться в культурный центр. Культура определяет тональность города, его энергетику, его имидж, его креатив. В этом ряду спектакль российского актера Сергея Безрукова на стихи поэта Сергея Есенина. Уникальный концерт «Мэнкюй» с переложением мировой классики для казахских национальных инструментов. Ледовое шоу олимпийского чемпиона Ильи Авербуха и оригинальный музыкальный спектакль известного композитора Игоря Крутого с мировыми звездами, баритоном Дмитрием Хворостовским и сопрано Ларой Фабиан. Эти постановки удостоены лучшей критики и имели успех у казахстанского зрителя. Астана становится местом притяжения не только для ценителей искусства, специально приезжающих сюда для встречи со своими кумирами, но и для творческих величин, которые находят здесь благодарный отклик у зрителя и прекрасные сценические площадки с современным техническим оборудованием. Есть консерватории, есть замечательные залы, есть оркестр симфонический, есть оперный театр, есть драматические театры. Это те шлюзы, по которым с удовольствием побежит вода. И есть желание жителей города, президента страны, мэра прикоснуться к чему-то хорошему, к чему-то большому. Одно из самых ярких культурных событий Астаны – кинофестиваль режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Мастер экшн-жанра придумал этот фестиваль не случайно, аналогов в мире ему нет. Самый востребованный и массовый жанр нескучного кино, как ни странно, не имел собственного кинофорума. И Тимур Бекмамбетов подарил эту идею исторической родине. Режиссер, успешно работающий в Голливуде, убежден, что именно исторические и культурные корни формируют талант и личность творческого человека. Я не думаю, что нужно думать о том, как ты выглядишь, нужно думать о том, что у тебя в душе, и что, о том, насколько ты искренен, насколько ты сохраняешь в себе те душевные качества, которые тебе достались от твоих предков, от твоих родителей, те ценности, ты разделяешь те ценности, которые всегда были ценностями твоего народа. Поэтому я считаю, что главное сохранить в себе душевные качества. А ты знаешь, в какую страну стекается экшен со всего мира? В Казахстан. Казахстан – это далеко? Наш фестиваль называется «Фестиваль экшн-фильмов». Только что потому, что для такого города, как Астана, города, построенного поступком человека, поступком целой нации, очень важно
очень важно было найти ту форму кино, которая бы соответствовала образу города. И мне кажется, что экшн-фильм, экшн-кино – это как раз, что означает кино поступков, оно очень подходит к образу города Астана. С появлением экшн-фестиваля у режиссеров Казахстана, особенно новой молодой волны кинематографистов, появился стимул для творческих экспериментов и площадка для реализации их идей. Фестиваль – это форум, где специалисты обмениваются знаниями, опытом и информацией, где рождаются новые творческие союзы, проекты и новые веяния в кино. Этим фестиваль и ценен для Казахстана. В этом году расширен круг участников конкурса. Помимо сценаристов, в нем могут принять участие режиссеры анимации, короткометражного кино, создатели комиксов, а также режиссеры-любители. Как знать, может, в этом потоке конкурсных работ в Казахстане будет обнаружен автор будущих бестселлеров и мировых шедевров. Российский пианист с мировым именем Денис Мацуев – частый гость в Казахстане. Народный артист России, лауреат Государственной премии России и многочисленных международных конкурсов – один из популярнейших пианистов современности. Его любят за живое эмоциональное исполнение, блестящую технику, традиционную для русской фортепианной школы, и за юношеский задор, с которым он лихо импровизирует джаз и фортепианную классику. Он серьезно относится к своим благотворительным программам по поддержке одаренных детей и проводит в России детские и юношеские музыкальные конкурсы «Звезды на Байкале» и «Крещендо». Но задача моя, когда я выхожу на сцену, конечно же, достучаться до каждого, кто сидит в зале, потому что я играю для публики, а как по-другому, если ты выходишь на 3000-й зал или даже больше, и ты не играешь для себя, ты не играешь для композитора. Да, ты играешь музыку, но ты являешься таким неким проводником через время. Понимаете, должен передать те чувства, когда композитор писал это 100 лет назад к публике, которая пришла сегодня на концерт. Поэтому я, безусловно, пытаюсь до каждого достучаться, и профессионала, и не только профессионала. Я вообще счастливый человек, потому что на мои концерты в последнее время приходит очень много новой публики, которая еще никогда не была на концертах классической музыки. Поэтому публика для меня – это самое главное. Денис Мацуев активно концертирует по миру. Это один из немногих музыкантов, который дает по 200-300 концертов в год. Порой он прилетает в Астану с другого континента, чтобы сыграть один концерт, и на следующий день пролетает полземного шара, чтобы доставить удовольствие своей игрой слушателям в другой точке планеты. В этом году после очередного концерта в Астане по приглашению акима столицы Денис Мацуев принял решение создать проект по поддержке юных талантов в Казахстане. Мы со Спиваковым придумали этот термин своеобразный – сценотерапия. Она служит лекарством и для того, кто здесь находится на сцене, и для тех, кто сидит в зале. Потому что, ну, это невозможно объяснить. Это нужно приучать, понимаете. Это, может, с первого раза люди не поймут, в чем здесь смысл. То же самое, как живопись. Когда ты смотришь картину первый раз, ты не понимаешь, в чем гениальность этого шедевра, понимаете. Но если человек подготавливается, это непростая история. Это не концерт поп-музыки, понимаете. Вот в чем отличие. У тебя есть рояль, у тебя есть 2 часа, никакой фонограммы, для того, чтобы доказать публике, что она пришла туда не случайно. Какого бы имени у тебя не было, понимаете? Каждый раз, когда я выхожу на сцену, как будто в первый раз. И в тот же момент, как последний. И в Казахстане, кстати, есть очень много талантливых детей. У меня есть фонд «Новые имена». Я знаю, что здесь есть замечательная скрипичная школа, я знаю, в Алма-Ате. И мы будем следить за казахскими детьми тоже, потому что это очень важно. Астана является сегодня экспериментальной площадкой в сфере образования и искусства. Успешный опыт Академии музыки, получивший статус Национального университета искусств, стал, по сути, первой ласточкой глобальной реформы образования в Казахстане. Университет, созданный вот уже 10 лет, возглавляемый народной артисткой, известной скрипачкой Айман Мусахаджаевой, представляет собой полный завершенный цикл подготовки специалистов в сфере искусства и культуры. Здесь готовят представителей творческих профессий, начиная с 7-летнего возраста и элементарных азов и заканчивая выпуском готовых специалистов для театра, музыки, кино, телевидения и дизайнерского искусства. А сейчас, когда уже столица разошлась,
И нужно теперь заполнять и наши театры. Театры русский, драматический, казахский. Сейчас оперный театр новый строится. Уже тогда открылся и оперный театр имени Куляш-Байситовой. И все симфонические оркестры, филармонии. На тот момент нужно было, как говорится, готовить кадры для того, чтобы заполнить все эти учреждения. И вот эти кадры мы готовили, слава богу, за последние десятилетия уже достаточно подготовили кадры, которые работают и солистами в театре, и музыкантами в оркестрах, и артистами в драматических театрах. Но круг, как говорится, не замыкается, виды искусства они не закончились, поэтому сегодня мы смотрим художники, нужны выставки, смотрим, балет нужно развивать, потому что мы же не будем все время приглашать из других ребенок. Мы здесь, в столице, должны сами себя обеспечивать. И, конечно, и теперь у нас и кинофакультет открылся, мы готовим режиссеров кино, режиссеров театров, и, конечно, и операторов, и теперь дизайн, фэшн-индустрию развиваем. И буквально на днях я подписала договор, меморандум о сотрудничестве с Марангони университетом, университетом дизайна и одежды и в городе Милане. И очень много сейчас меморандумов подписано со всеми университетами Европы, Америки, в том числе с Лондонской академией музыки, с Венской консерваторией, с Парижской, с Римской консерваторией, с Миланской. И все это мы сейчас в рамках вот этих наших договоренностей мы организуем академическую мобильность. Мы посылаем студентов, магистрантов обучаться за рубеж, принимаем их профессоров, они дают мастер-классы, читают нам лекции. С созданием в столице Казахстана новых театральных коллективов появился импульс и для нового витка развития казахского театра. За десятилетия в Астане сформировались профессиональные театральные коллективы. Пришла новая плеяда режиссеров, которые привнесли свежее дыхание на старые театральные подмостки. Событием для Астаны стал спектакль «Ахан Сера Ахтохты Габита Мусрепова». Ведущий режиссер казахского театра музыкальной драмы Нурлан Джуманиязов вернул к жизни одно из лучших произведений казахского классика. Но, по мнению режиссера, сегодня Габит Мусрепов как никогда актуален, когда вопрос культуры всего общества напрямую зависит от внутренней культуры и личной ответственности каждого человека. Габит Мусрепов «Ахан Сері Ақтоқтысы» – ол классикалық әлем деңгейіндегі шығарма. Және көп жылдар бойы бұл дүниенің қойылмау себебі бізде бұл шығарманы дінге қарсы дүние деп ұғымда қолданады. Жоқ, бұл жерде ешқандай дінге қарсылық жоқ. Бұнда діндегі сол Алла жолындағы адамдардың қара пиғылы және де Алладан түскен кітап Құранды өзінің ұғымына сай, өзінің түсінігіне сай басқа бір тірліктерде пайдалануы. Қайшылық тірліктерде. Міне осы шығарманы бүгін күнде сақналауымыз бұл да бір тәуелсіздіктің егемендіктің бір жеткендігі шығар. Өйткені біз егемендік тәуелсіздікті айтқанда ел ордасын айтқанда сол тәуелсіздік уақытында келген біз жалғыз ғана бүгін күнмен шектелмейміз. Біз жалғыз сыртқы жаудан құтылдық, әлде құлшылықтан арылдық емес. Біз өзіміздің ішкі жанымыздағы қазақ деген ұғымдағы көрілмеушілік, таза білімсіздік, надандық, тіпті қанша уақыттар өтті, біз осы дін жөнінде де қаншама қайшылықтар туып, қақтығыстарға бардық. Осының бәріне келгенде біз түптің түбінде егемендік біздің жалғыз ғана бір туымызды желбіретіп жалаң ұғым жағылған оралау емес, ол біздің ішкі көп дүниеден арылуымыздан, ішкі құлшылықтан, ішкі құлдықтан, тәуелсіздіктен, ішкі тәуелсіздіктен, не болмаса Алланың ұғымын түсінбеуден арылуымыз керек. Және де оны басқаға бұрмалауға деген пиғылдағы адамдарға жол бермеу. Міне ең басты адамның ішкі еркіндігі, және де соған өзін санаммен, біліміммен, ұғымыммен жете білсең, бұл ең бір үлкен табыс деп ойлаймын, ұлттық табыс деп ойлаймын.
Және де біз осы қадамда ұлт болып, қазақ болып, ел болып, үлкен бір шаруалар, үлкен істер істеп атқан деген ойдамын. Және де бұндағы ақанның алысуы, ақанның жылысуы, біздің салт дәстүрмен дінге, дін мен салт дәстүрдің екеуін бір-біріне қайшылығы жоқтығын дәлелдеуі, осының бәрі бүгінгі ұлы-ұлы қазақ өнер иелерінің бүгінгі алып келген тәуелсіздігінің еңбегі деп ойлаймын. Апа, жастық шағың есіңде ме? Тойдыманның туын көрсең, ағайықта яқан келсе қыз бозбала қасында, әке барын, шеше барын кетпеушімен ұмытып, ақтықтың сол қуанған. Апа, жастық шағың есіңде ме? Тойдыманның туын көрсең, ағиқта яқан келсе, үлкендерін демесе, көргендер елемесе, қайтушы мет қуанысы бір жасап. Апа, жастық шағың есіңде ме? Қан жайлаудан қайтар күнді қайғырып пен арталай. Айрылысқан аққыларын табысқан көргенде, әрі жылап, әрі күліп, неге қарап тұрушең? Ақтықтың сол қайтып тапқан арманын, ақтықтың сол апасына жанырза, ақтықтың сол апасына жанырза. История культуры во все времена тесно связана с историей меценатства. Эти традиции возрождаются сегодня и в Астане. Пожалуй, впервые в Казахстане на частные средства создан концертный зал для казахской народной музыки, получивший название «Хобс-центр Тлеп». Это пока единственный не только в Казахстане, но и в мире концертный и выставочный центр, посвященный уникальному инструменту – хобызу. Акустика зала в нем особенная. Авторы проекта добивались именно такого звучания, чтобы слушатели могли наслаждаться природным звуком национальных инструментов без помощи микрофонов и электронных устройств. Купол концертного зала повторяет по форме казахскую юрту. Центр построен предпринимателем, заслуженным артстроителем Республики Казахстан Сапаром Искаковым. А история этого хобс-центра началась с инструмента его прадеда – тлепота, который жил около 300 лет назад и был известным кабазистом и бахсом. Өңдеп тапқанымыз үшкі, оның біреуі толау деп аталады, екінші алламжар деп аталады, үшінші бахсы. Ол үшкі қазір қазақтың алтын қорына кірді музыкалық. Ал енді ол кісіден қалған, ол кісі жаңа айтып кеттім, 18-ші ғасырда өмір сүрген, 19-ші ғасырда қайтыс болды, 63 жасында. Ол кісінің артына қалған қобызы. Ол қобыз қазір Арқалық қаласында сақтаулы, мынау сол қобыздың көшірмесі. Енді 250 жыл өтіп кеткен уақыттан кейін ол қобыздың қазір ойнауға өте қиын. Сондықтан біз оны көшірмесін жасадық. Бұның көшірмесін жасалғанда 7-8 жыл болды. Бұл қобыз нар қобыз деп аталады. Басқа қобыздар, мынау концерттік программа жүретін, олар қыл қобыз дейді. Оның аумағы мынадан кіші, мынау нар қобыз. Бұл нар қобызда бақсылар ойнаған, басқа да сондай атақты композитор ойнаған. Ал енді мынау көшірмесінің өзі, мен сізге айтайын, 2005-тен бер қарай, 2005-ші жылда бер қарай, бұл Австралияда болды концертте, Сидней қаласында, бұл Нью-Йоркта болды, бұл Лондонда болды. Лондонда болғанда ең сондағы Европадағы үлкен концертный зал Ройл Альберт Холл дейді, 8000 адам сиятын. Сонда бұл сахнада ойнады. Любой город, как живой организм, растет, вбирает в себя энергетику жителей и тех людей, кто приезжает сюда поделиться опытом, талантом, показать свое искусство, зарядиться молодой энергией столицы Казахстана. Вообще происходит нечто, так вот, если взгляд, на первый взгляд, невообразимое. Я помню, был в Париже довольно долгое время, и вот когда первый раз прошел к Лувру, я увидел эту замечательную красоту. Здание, площадь, вообще великолепный архитектурный комплекс. И тогда я, знаете, о чем подумал? Я подумал о том, если бы мы сюда привели и показали это нашим детям, они бы совершенно по-другому бы стали смотреть на мир.
они бы были другими, потому что это перевернуло бы, наверное, их сознание, их мировоззрение. А сегодня мы это имеем у нас в городе. Я помню, когда первый раз я прошел пешком по Водно-зеленому бульвару и подумал об этом. Да, Боже мой, это же у нас теперь есть у себя дома. И эта среда сегодня, среда, которая создана руками человека, она формирует уже душу человека. Она создает то, что мы называем душой города. Да, она формируется буквально за короткие сроки, за эти там, два десятка лет. Но они формируются, потому что есть люди, которые живут этим, которые в душе уже стали по-настоящему, хотя приехали, может, недавно, но по-настоящему стали патриотами, жителями этого города. Астана изучает мировой опыт, рождает традиции новой культуры и новой философии, синтезированной из опыта наших предков и инновационных достижений современности. Этот город обещает нам достойное будущее, вселяет надежды, вдохновляет на созидание. Истоки его молодой энергетики и культуры, его история навсегда связаны с именем человека, который вдохнул жизнь в этот город, дал новое звучание мелодике степи. Мечта первого президента Нурсултана Назарбаева о новом будущем Казахстана воплотилась здесь, в Астане. И эта мечта рождает новые реалии, вдохновляет на новые цели, рождает новые песни. Мне хотелось, конечно, сопережить его гигантскую любовь к этому городу, к своему детищу, который он создал своими руками, своей мечтой, своими бессонными ночами, своими переживаниями. И, конечно, когда мне выпала честь, колоссальная честь, написать музыку на его стихи, вы должны представлять, я, конечно, долго, в общем-то, думал над мелодикой этой песни, думал над тем, как она должна вообще звучать, какой она должна быть. И, наверное, если бы не было тех пережитых лет, вот этих моих переживаний, моих внутренних каких-то чувств, эмоций, которые остались в глубине моей души, я бы, наверное, не смог написать. И, конечно, такой, какой я сам хотел, чтобы эта песня была, чтобы она пела, чтобы она звенела. И вот когда там идет как свет любви моей души, моей земли, моей страны, как свет любви, это, конечно, это очень здорово. И поэтому, если мне чуточку удалось передать как музыканту вот эту музыку стихов, музыку времени, музыку этого города, то я, конечно, думаю, что я не зря прожил в этой жизни. Бескрайний вырос город необычайной красоты. Он величав душою молод, парит как символ высоты. В нем воплотилась вековая мечта народа и страны. Цвети, столица золотая, во имя мира и любви. Город мой, ты стал моей судьбой, мечты столицей, земли моей волшебною страницей. Город мой, лети над миром самой яркой птицей, лети всегда, свети всегда, лети всегда, свети. Моей души, моей земли, моей страны, столица. Пройду по улицам зелёным, зажгу ночные фонари и подарю луну влюбленным
чтоб ждали в утренней зари. Свет теплый окон согревает, проспекты, улицы, дома, и добротою обнимает людей счастливая пора. Город мой, ты стал моей судьбой, мечты столицей, земли моей волшебною страницей. Город мой, лети над миром самой яркой птицей, лети всегда, свети всегда, лети всегда, свети, как свет любви моей души, моей земли, моей страны, столица. Мечты столицей, земли моей волшебною страницей. Город мой, лети над миром самой яркой птицей, лети всегда, свети всегда, лети всегда, свети всегда.